Семей для школьников, будущих защитников Отечества, проводится урок мужества. Организаторами являются руководство регионального командования «Восток», управление по делам обороны и городской отдел образования. Уроки мужества проводятся с целью повышения имиджа военной профессии и привлечения молодежи в эту сферу. Перед началом мероприятия участники посетили музей вооружения и военной техники под открытым небом. Здесь находятся разные виды военной техники, которая использовалась на разных исторических этапах сферы обороны. Солдаты рассказали школьникам о назначении этой техники и о том, когда и где она применялась. В будущем хочу стать военным, поступить в военный вуз. Сегодняшнее мероприятие дало очень хорошее впечатление мне. Рассказывали про танки, показывали фильм. Рассказывали про военное училище. Уроки мужества проводятся по инициативе Министерства обороны. Семей организаторами выступили руководство регионального командования «Восток», управление по делам обороны и городской отдел образования. Цель – рассказать будущим выпускникам, желающим поступить в военные учебные заведения, побольше о военной профессии и повысить интерес к ней. Надо сказать, что в настоящее время в Казахстане работают 3 военных высших учебных заведения. Это мероприятие мы проводим для того, чтобы привлечь как можно больше учеников для поступления в высшее военное учебное заведение. Благодаря этому занятию мы надеемся как можно больше, чтобы было поступающих в наши институты и пополнение в ряды вооруженных сил. Уроки мужества проводились 2 дня. За это время в них приняли участие старшеклассники из всех школ города. Посещение музея вооружения и военной техники и рассказы ветеранов вооруженных сил оказали на ребят большое впечатление. Сегодня мы узнали о военной технике, которая использовалась в годы войны, как и в каких целях использовалась каждая из них. Спасибо офицерам за то, что уделили нам время и обо всем рассказали. Нам очень интересно и хотелось бы побольше таких встреч. Они поднимают патриотический дух. Думаю, что многие ребята заинтересуются военной профессией. Почетными гостями урока мужества стали ветераны вооруженных сил страны. Они выразили уверенность в том, что благодаря таким мероприятиям преемственность поколений будет сохранена и продолжена. Будущее за молодежью. И в этот период мы должны как никогда понимать о том, что они должны расти здоровыми, сильными, патриотично настроенными. Ну а для того, чтобы это было, мы все, люди всех поколений, должны принять усилия для правильного их воспитания. В ходе мероприятия школьники встретились с командиром регионального командования «Восток» Нурланом Кашигановым. Он рассказал ученикам о военной жизни и отметил, что оборона сегодня играет особую роль в развитии государства. Завершилась эта встреча просмотром военно-патриотического фильма. Сауле Байгалиева, Ильяс Сабит, телеканал «Семей».